Всем огромный привет! Хоть мой и канал называется Галия Снейлс, но сегодня видео совсем не в ту степь. Хочу вас познакомить сегодня с испанским блюдом. Очень легко приготавливается. Это тортилья эспаньола. Это испанская тортилья, которая очень популярна на побережье Коста-Бланки. Для этого нам понадобится 5 любых картошечек и также 2 лучка, 6 яичек, можно, конечно же, и больше. Почистим картошечку, вымоем ее и также почистим лук. Теперь нам надо просто нарезать нашу картошку. На нашей сковородке мы налили растительного масла и включаем ее на разогрев. И когда наша сковородочка разогреется, мы на нее выложим нашу нарезанную картошечку. Обязательно наличие крышки. Накрываем это все крышкой и жарим. Тем временем нашинковали наш лучок. Вот когда она уже чуть-чуть поджарена, вот тогда уже выставляем наш лучок сверху и обязательно тоже накрываем все крышкой. Тем временем мы накололи наши яйца в глубокую миску. У меня на данный момент кастрюлька. И легенько веничком надо их взбить. Не надо нам там пенки, чтобы взбить, ничего. Просто чтобы смешался желток с белком. Также выливаем туда 2-3 ложечки йогурта. Это мой натуральный йогурт, который я делала сама, без всяких примесей. И также все смешиваем в однородную массу. Еще слышала, что наличие йогурта предотвратит потемнение картошки. Не забываем все красиво, хорошо перемешивать, чтобы все хорошо поджарилось. И вот какая наша картошечка. Она такая и должна быть, как будто бы жареная толченка. Теперь ее солим по вкусу и перемешиваем. Потом эту всю жареную картошку мы смешиваем с нашими взбитыми яичками. Хорошенько надо все перемешать, вот поэтому нам нужна была в наличии глубокая кастрюлька. Все тщательно перемешиваем нашу картошечку с пылу с жару. Нашу сковородочку мы не выключали, она до сих пор стояла на огне, и теперь на нее вливаем еще чуть-чуть растительного масла. Немного. И выкладываем нашу картофельную смесь на сковородочку. Обязательно накрываем ее крышечкой и уменьшаем огонь. И вот когда края нашей тортильи поджарены, наступает ответственный момент. Это перевернуть ее. Накрываю ее блюдом и переворачиваю. В этом моменте надо быть очень осторожным, чтобы раскаленное масло не потекло и не обожгло вам руки. И вот смотрите, какая красавица получается. Но накрываем ее еще крышечкой и доводим до полной готовности, чтобы снизу тоже поджарилось. Ну и вуаля, наша красотка уже готова. Смотрите, какая она пышная, красивая. Конечно же, испанцы некоторые готовят ее без лука, но без лука она не получается такой сочной. Я обожаю просто с луком. Тортилья эспаньола con cebolla. Вот такой вот мой испанский. Смотрите, какая она в разрезе. Прям вкуснятина, вкуснятина. Рекомендую всем обязательно попробовать. Как вы видели, что оно готовится очень легко и просто. Единственный момент – это переворот. Это самое сложное, что в этой тортилье есть. Так что желаю вам приятного аппетита. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Новые зрители, не забудьте подписаться на канал. Также делитесь таким рецептом у себя в соцсетях. Мне будет очень приятно. Ну а на этом у меня все. Пока-пока и удачи. Приятного аппетита.